Здорово всем, ребят! Приветствую вас на канале Пещерка Шнырей. Это второй канал с нарезками, который делают крутые ребята, так что поставьте обязательно свой царский лайк под этим видосом и подписывайтесь на канал. А среди всех комментариев, которые вы напишите под этим видео, мы выберем одного победителя, которому подарим 500 золота. Вам всем приятного аппетита и просмотра. Do damage. Бау! 75 коробок купил, парни. Так, чё, давай, гоп, открываем. Марсианские коробки. Открываем. X5 выпал. Чего? Так, выпал X5 и 9 пришельцев. X5, 3 штуки выпал. 250 тысяч золота. Томас Фармер. 250 тысяч золота выпало. Кредиты. Прем-аккаунт. Брошюра. X5. Прем-аккаунт. Прем-аккаунт. О, персональное пособие на 850 тысяч. Это круто. Так, ну пока здесь штук ровным счетом 500 тысяч серебра. Нифига себе, это 5 боев фарма. Это кто? О, прикольно. Это как и Silent Hill, какой-то типуля. X5. Прем-аккаунт. X5. 250 тысяч серебра. Ну, X5 что-то много дается, на самом деле. Просто зачем столько X5? Вопрос. Они, типа, награду X5 просто дают. 5 штук X5, да. Прем-аккаунт. Супер нищие коробки. Коробки прям ультра нищие. Прям невероятно нищие. Такое дерьмо. Просто ничего стоящего, кроме серебра и пособий. Миллиарды X5, это что такое? Лунный свет, 2D стиль какой-то дали. X5 просто продают и все, за бабки. Миллиарды X5. Я бы не сказал, что это для меня супер плохо, но... Как вы думаете, какой прям танк выпадет, парни? О, невесомость. Универсальное учебное пособие. В космос. Стили разные выпадают. Вообще, просто супер нищее дерьмо. Ростика дали! И еще персональное пособие! Ебать, Ростика на Европе дали! Ростика! Сюда этого Ростика! Реально Ростика дали! Ебануться! Это один из лучших премов вообще, блядь, которые есть, существуют. В этом говне. Я, кстати, еще ТС-55 еще ни разу не играл. Офигеть, у меня тут премов! Мне Ростика дали! Ростика! У меня, чтобы вы понимали, у меня даже на основе нету на ру-сервере. Слушай, Ростик это круто. Ростик это прям вообще ништяк. Может, еще какой-то прем выпадет? Если еще какой-то... О, покоряй звезды, это очень классный стиль. Так, ну пока говно одно. Я это... Сюда! Говнище! Чифтейн Прото! Так, ну слушай, уже неплохо. Чифтейн Прото дали. Ну, это кал, конечно, полное дерьмо, а не танк. Его нужно просто взять и продать. Ну, типа он в целом не нужен. Но это 2 миллиона 600 тысяч кредитов, это много. Это уже хорошо. Стиль. Первый полет. О, белка! Чемпион! Thank you very much! Блин, вот персональные пособия, то, что дают, это, конечно, круто. Я могу экипаж так забустить себе люто. 10 контейнеров еще осталось. Может, еще прем выпадет какой-нибудь? Но я, конечно, буду супер рад, если еще прем выпадет. Покоряю звезды. Но я думаю, навряд ли второй прем выпадет. Слишком жирно будет.
Ну, может, последний? Не, X5. Так, сколько мне X5, интересно, дало? Я, типа, мне дало так 75 X5 и... 230 X5! Уу, щит, ман! 230 X5! Уу, гаддам! 230 X5! Вы просто себе представьте, сколько у этого опыта! 230 умножить на 10 тысяч. Это сколько? Это 2 миллиона 300 тысяч опыта, если по 10 тысяч каждый бой примерно считать. Это примерно 3-4 фу ветки. Вообще фу прокачанные ветки. 3-4 штуки. Вау, dude, вау.